дозвольте, я представлю Юрій Довганов, професійний гірський гід, ідеолог проекту активних подорожей Миколаївщини. Миколаїв Хайкер завітав до нашої ранкової студії. Доброго ранку. Минулого разу ми з вами зустрічались, коли ви покорили вершину Кавказського хребта з командою альпіністів. Ми переглядали фото. Ви розказували, як все відбувалося. Отож, ви не зупиняєтесь, ви продовжуєте мандрувати. Зараз мову будемо вести саме про Миколаївщину. Да, як ви кажете, ідеолог проекту активних подорожей по Миколаївщині. Сезон у вас розпочався доволі активно. Ось і в Ольві вже на мись Аджігол були. Отож, розказуйте, де мандруєте, як, чому і скільки вас. Вам слово. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Значить, в принципі, я вже не новичок в туризмі. Ви вже сказали, я вже був у вашій студії. И последние 10 лет я занимаюсь тем, что моя деятельность – это профессиональный горный гид. Я вообще работаю больше за рубежом. Это и Кавказ, Грузия, Польша, Татры, Альпы. Были в Непале, в Гималаях. Uh-huh. Вот. Ну, конечно же, не забываю наши родные края. Ведь у нас тут тоже очень красиво, у нас тут есть чем заняться. И уже с тем опытом, который мы наработали в наших путешествиях за границей, мы пытаемся внедрять его здесь. Мы получили очень хорошую поддержку. Не только от любителей активного отдыха, но и от каких-то чиновников разных рангов для того, чтобы развивать туризм здесь. Uh-huh. И наш проект, в принципе, он здесь, ну, можно даже сказать каким-то образом, что он уникальный, что наши походы, наши авторские туры мы разрабатываем абсолютно самостоятельно. Да, это известные места, такие как там Мигея, Актовский каньон, но это много и неизвестных мест, такие как вот наш новый трек «Озера Николаевщины», такие как Ольвия, мыс Аджигол, эти маршруты, их до нас практически никто не водил, и мы их подаем в таком вот соусе активного отдыха, что ну, люди этим очень сильно интересуются. И... Ну, вже весна прийшла, вже така пора для подорожі, тепленько, але я знаю, що ви почали трошки раніше навіть, ніж весною, ви вже десь у кінці лютого, здається, якщо не помиляюся, бо в березні вже почали свої тури, мандри. Чому так рано і чи не було холодно, як люди погоджували взагалі таку погоду гуляти, мандрувати? Бо навіть ініціатива ісходила не від нас конкретно, а від людей. Люди настільки вже засиділи за зиму вдома, что просто дергали, трясли нас, говорили, ребята, давайте хоть куда-то сходим. И мы начали с таких однодневных вылазок, даже просто в окрестностях Николаева. Вот у нас была недавно такой тур одного дня, что мы начинали с конечной 89-го маршрута вдоль Ингула, вокруг Ташкентского леса, и уезжали вот городской маршруткой потом в город. Это на один день мы собрали 30 человек, собралось, да, просто по посту в Фейсбуке, и прошли с нами этим маршрутом, все были довольны. Да, было немножко морозно с утра, но потом солнце вышло, как-то разогрелось. А от мені цікаво, як ви все таки вибираєте маршрути? От ви кажете, що за кордоном були, а тепер ретельно досліджуємо Миколаївщину. От яким чином це відбувається? Ви якось на карті досліджуєте? Або, можливо, вам підкидують ідеї, що було б цікаво людям? Адже ну, маршрутів багато, але про них ще треба знати. Да, ну, скажімо так, всі маршрути авторські, як я вже і говорив. Ну, от авторські, яким чином? Да, тобто це придумується так, ми садимося на машину, їдемо по області, бачимо красиві місця, от здесь можна пройти, здесь можна пройти, смотрим карту, листаємо спутник, снимки Google, ищем какие-то ну, необычные локации, приезжаем туда, смотрим, можно ли здесь составить маршрут как-то логично, состыковать один день, два дня. Всегда эти изыскания, они ну, такие напоены каким-то духом небольшим авантюризма, потому что мы действительно не знаем даже сами, что от этого ожидать, и пока сами с гидами не пройдем этот маршрут, сложно сказать, можно ли безопасно и комфортно с каким-то интересом провести по нему людей, потому что есть как бы такие вопросы, как где набрать воду, да, где стоять, можно ли там пройти, не застроили ли там заборами или какими-то заводами где-то пути, проходы. То есть все равно сначала нужно вот как-то самим это все разведать и... Слухайте, ну Миколаївщина взагалі, я думаю, для всіх вже не секрет, що вона все ж наділена якимись там класними місцями, історичними і такими, що можна похизувати навіть серед інших місць. От скажіть, які найпопулярніші серед наших миколаївців, що вони хочуть, от можливо вже по-другому там питають пройти ще раз той же ж тур, от розкажіть трошки про це. Ну, в основному все-таки грає роль в наборі наших маршрутів, це розкрученість до нас. Все-таки всі знають такі місця, як Мігея, Рафті, знают, как Актовский каньон. И когда мы делаем походы по этим местам, даже не нужна реклама. Достаточно просто встречи в социальных сетях. И люди набираются абсолютно быстро. Группа там за 3 дня, за 2 дня, бывает даже за день, полностью укомплектовывается.
А такие неизвестные места, как вот озера Балластное, как Александровское озеро, Песчаное озеро, вот этот наш новый трек от Ольви до мыса Аджигол, приходится все-таки как-то подавать в виде красивых фотографий, рассказывать. И люди уже, когда смотрят фотографии, смотрят видео, которое мы там снимаем, и нашу рекламу, то тогда уже записываются. Но я вам хочу сказать, что те места, которые не раскручены, они даже гораздо лучше, чем те, о которых все знают. Вот я и вот, хотела предупредить. Например, вот только-только на пасхальные выходные мы сходили от Ольви до мыса Аджигол, повторюсь еще раз. И там настолько невероятные красивые места, нетронутая природа, и оно не заезженные эти виды, ландшафты такие необычные, необычное сочетание. Тут тебе сначала руины античного города, тут тебе обрывы над лиманом, тут тебе проходят постоянно пароходы, бескрайний горизонт, тут тебе этот мыс с песчаной косой, а здесь еще ветропарк с ветряками огромными, индустриальное такое чудо, которое на фоне этих ландшафтов выглядит просто вау. И все такие, и это здесь и у нас, я говорю, ребята, это вот здесь, 40 километров от города. Просто нужно включить немножко фантазии, чтобы придумать этот маршрут, немножко какого-то внутреннего авантюризма и своего опыта подмішати. І... Дуже часто так буває. Люди навіть не очікують, що у нас в Миколаєві, за його межами, є такі красоти, є такі гарні місця. Ви вже плануєте свій наступний маршрут? Що це буде, куди це буде і коли? Значить, так, да, у нас вже є определенний план. На весну мы так стараемся планировать наперед, чтобы люди могли как-то состыковать свои выходные со своими возможностями. И уже на следующие выходные нас ждет двухдневный поход вот по озерам Николаевщина, от Александровского озера до озера Балластное по долине Южного Буга. После этого у нас будет на майские праздники поход трехдневный вдоль каньона Южного Буга с рафтингом вместе. Вот. Ну и дальше еще как бы есть на май планы, опять же, будет, скорее всего, по, ну, вот от Ольви до Аджигова маршрут, может быть, по каньонам, потом, я не знаю, буду забегать наперед, там 19-20 мая у нас будет проходить фестиваль воздушных змеев, да, в Трихатах, да, да, так вот чекаю, мы под этот фестиваль будем проводить еще однодневный маршрут, то есть мы будем стартовать из села Петрово-Солониха, там 13 километров вдоль долины Буга, приходим на фестиваль, смотрим этих змеев, то есть как-то будем разноображивать. Это финально, да, треба слідкувати за новинами. Такие идеи, они рождаются спонтанно, и знаете, это как вот вдохновение находит, то есть даже зачастую просто лежишь и думаешь, вау, есть же фестиваль, почему не разнообразить его, потому что, ну, приехал, посмотрел на змеев, это красиво, хорошо, это уникально, но если это еще сочетать вот. Потому что, ну, не всем людям нравится просто приехать и сидеть. Під час ваших мандрівок ви вже запускаєте акцію «Миколаїв Хайкерс». Розкажіть декілька слів, будь ласка, про неї. Про екологічну акцію. Про екологічна акція, так. Ну, ця акція, вона родилась таким образом, що на самом деле ми завжди обираємо мусор за собою. Это как будто, не знаю, такое туристическое воспитание с детства. И то, что мы эту акцию запустили, не значит, что мы не убирали мусор до этого. Но сейчас все-таки мы решили пойти по пути такого глобального освещения всего этого, потому что чем больше мотивационных таких постов, фотографий в соцсетях, что да, мы убираем мусор, да, мы за чистую Николаевщину, мы за чистую природу нашу, то люди будут смотреть это и, может быть, хотя бы одного-двух человек, пускай даже так, мотивирует взять, прибрать за собой мусор на природе, потому что мы сталкиваемся с тем, что действительно мусора много. Дуже, да, много. И если его не будем убирать мы, то кто кроме нас? И часто мы встречаем такое, ну это же капля моря, вы посмотрите, как его много, как вы будете с этим бороться? Я всегда говорю, нет, это неправда, потому что вот яркий пример того, что... После нас действительно станет чище. Вот на последнем нашем маршруте в районе села Днепровского, где у нас был бивак, наша стоянка на ночевку, мы провели такую акцию, собрали около 50 больших пакетов вот с мусором по берегу, по склонам и находили пакеты 89-го, да, 89-го еще, да, года. Действительно, это ну, просто это шок. Руки, это шок. Этот пакет это шок. Лежал там вот практически 30 лет, и вот пока мы туда не пришли и не утилизировали его... А вот, я знаю, еще пляшка была 92-го, да, року. Да, да, то есть эти бутылки, да, лежали там вот до этого момента, пока мы просто, наши ребята не пришли, их не скрутили, там не собрали, не сожгли, себе, там, да? Утилизировали все это. Да, то есть после нас действительно вот стало на 40 пакетов мусора чище, и мне кажется, что... Если такая тенденция будет внедряться не только среди нас, а среди всех людей, которые путешествуют, ходят в походы, выезжают на природу, убрать не только за собой, а убрать еще и мусор, который вокруг тебя, то действительно за какой-то короткий промежуток времени станет чище.
Я думаю, має бути стати соромно тим, хто залишив після великодніх свят. От ми читали новини перед цим, що багато сміття залишили. Так. Я думаю, вам має бути соромно того, що от після вас хоч прибирають, все ж краще самим взяти там. До того ж, в парках дуже багато є сміттєвих баків, куди просто зібрали, взяли, віднесли. Це не дуже важко, це досить мало час займає, але природу ми збережемо. До ж, я бачила, ви писали під постом саме, от коли збирали сміття, ви його палите. І от ви пояснювали, що паління сміття це не так вже і як це небезпечно. От трошки поясніть цю ситуацію, бо думаю, багато хто бачить, що ви палите пляшки, пакети, що це дуже впливає на екологічний стан якийсь. От розкажіть про ну, це. Ви знаєте, є таке поняття, як принцип меншого зла. Тобто, якщо сравнить тот вред, який причинить от згоревши 40 пакетів з мусором, по сравнению с тем вредом, что они будут 50 лет лежать в земле, в воде и отравлять природу, uh-huh. то это меньшее зло. С другой стороны, если посмотреть, какие выбросы автомобилей, старые КАМАЗы, которые везут зерно через наш город, наши заводы, тот же НГЗ, которые вот трубы постоянно выбрасывают все эти оксиды азота, серы и прочие канцерогенные вещества, то действительно вот эти 40 пакетов – это действительно капля в море. Uh-huh. И лучше все-таки сжечь их, чем они будут лежать и отравлять воду, всю флору, фауну и мешать нашим, как бы, нашей природе. Я думаю, варто підтримати все ж таку акцію, прибирати за собою. Можливо, і паліть, і швидше буде, і вам не ходити кудись. Все одно це буде краще, ніж просто залишати і викидати. І я от хотіла б запитати, от багато турів ходити, пішохідні такі тури, як підготуватися до них? Бо я думаю, всі, хто проситься, не всі, можливо, готові до такого. От розкажіть якісь, можливо, щось ставалося, можливо, як підготуватися до таких турів, що з собою брати от в такому плані? Можу сказати, що іменно от ці наші походи, это походы, рассчитанные на самых-самых новичков, на тех, кто вот хочет, но не может решиться, для тех, кто хочет приобщить своих детей к активному отдыху. Просто вот как-то активно провести свои выходные, никакая физическая подготовка абсолютно не нужна, они доступны всем. Я всегда привожу в пример, что мои друзья берут с собой в эти походы вот своих детей, девочка 4 года своими ножками прошла весь этот маршрут. Да, ее даже ни разу на руки не брали. Дети 5 лет, 6 лет, спокойно, им это под силу. То есть мы идем неспешно, мы никуда не торопимся, мы смотрим красоты, фотографируемся. Поэтому в физическом плане здесь никаких ограничений нет. Разве что немножко в моральном. То есть люди многие боятся спать в палатке, потому что ночевки в палатках. Боятся, как я там буду, а что мы будем кушать, а как же я в спальнике, а я никогда не спал. То есть такие моральные какие-то ограничения в голове. Но когда с вами профессиональные гиды рядом, то все эти моменты сразу же отпадают, потому что мы всегда и расскажем, и поможем, и поставим, поможем поставить палатку, и поможем там, приготовить еду, сами готовим. Всегда все это в такой дружественной атмосфере, потому что туризм это все-таки такое командное занятие. Да, то есть у нас такая дружная команда, что все эти вопросы у человека после первой же поездки отпадают, и он становится активным фанатом таких пешеходных путешествий. Вот. Ну а что так. брать с собой? Всегда есть как бы какой-то минимальный список снаряжения, там спальник, палатка, коврик, рюкзак. Даже если негде взять по друзьям, то всегда можно за какие-то минимальные деньги, у нас есть прокаты в городе, мы всегда поможем, подскажем, где взять, даже можно какое-то дешевое что-то и купить для первого своего похода. Дякую вам, Юрію, дякуємо. Тож не бійтеся, мандруйте, відпочивайте, і вас і нагодують, і на ліжко вам оберуть, тож все буде добре. Юрій Довганов, професійний гірський гід, ідеолог проєкту «Активних подорожей Миколаївщини», дякуємо вам. Отож, знаєте, хочеться таки підвести нашу розмову, девіз «Мандруємо разом з Юрієм».